Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, то, что значит, ваше желание, такое вот сильное желание вернуть девушку, оно вам скорее вредит, чем идет на пользу, потому что когда вы чувствуете потребность в том, чтобы ее вернуть, когда вы чувствуете в себе такое желание ее возвращать, вы, к сожалению, вступаете на почву любовной зависимости. То есть вы вполне можете быть любовно зависимым от нее. Вот, и это на самом деле очень не есть хорошо для вас, потому что любовная зависимость это скорее история про то, чего вы хотите, но это не история про то, чего хочет, например, она, чего хочет девушка, вот. Поэтому, в общем-то, это первое. То есть первое, что нужно сделать, это разгрузить свою потребность в том, чтобы она была обязательно с вами. А второй момент, это, конечно же, то, из-за чего она, собственно говоря, от вас ушла. То есть, что ее смотивировало от вас уходить. Что вызвало у нее такую реакцию, и все, каковы были проблемы в ваших отношениях с девушкой. Это тоже очень важный момент, потому что, как я уже сказал, да, многое-многое зависит от вас. Очень многое. Значит, зависит от вас. Вот. То есть это то, что нужно исследовать. Вот. И обязательно изменить необходимо твое поведение. Как и сказал мой коллега. Но в первую очередь. Это именно снизит вашу потребность в том, чтобы вернуть девушку, потому что вы ее, может быть, вернете, а может быть и нет. Время прошло такое достаточно ощутимое, да, достаточно серьезно, достаточно много времени прошло. Поэтому надеяться на то, что она обязательно к вам вернется, да, ну это достаточно такая история. Ну да, достаточно наивно. То есть нет, она, конечно, может вернуться, безусловно. Но лучше все же, если вы не будете на это рассчитывать, лучше все же, если вы будете рассчитывать на то, что она может быть, к вам все-таки не вернется. По крайней мере, это будет честно. Вот. По крайней мере, это будет реалистично, да, и так далее. Потому что когда вы говорите, что вот, не могу, хочу вернуть, да, но это очень категоричное заявление, а любая категоричность в отношениях крайне нежелательна. Вот. Потому что категоричность ведет к искажению той реальности, которую видит каждый человек.
Вот, определитесь также со своими чувствами к девушке. То есть, что вы чувствуете конкретно к ней. Что вы хотите конкретно к ней. То есть, вы хотите сделать, например, ее счастливой. Вы верите, например, в то, что можете сделать ее счастливой. То есть, короче говоря, для чего вы хотите ее вернуть? И почему вы хотите ее вернуть? Если вы хотите ее вернуть для себя, это хорошо, если вы хотите вернуть ее для себя. Хорошо, что хотите. Но взять в таком случае ответственность вам нужно на себя же. И в первую очередь именно за то, чего вы хотите. То есть за свои желания. Которые у вас есть. Потому что нельзя хотеть вернуть человека. Нельзя хотеть вернуть человека. Для себя. Если вы хотите это сделать, то вы в этом смысле поступаете эгоистично. А в эгоизме ничего плохого нет. Именно в эгоизме ничего плохого нет. Но лучше будет, если вы честно себе признаете, что вам, там, к примеру, что-то нужно, что вы, к примеру, чего-то хотите, что вы в чем-то сами испытываете потребность, вот, и постарайтесь реализовать ее. Опять же, поймите, что если вы будете сверхмотивированы девушку вернуть, если у вас будет сверхмотивация, то есть большой риск, большая вероятность. Того, что вы не сможете раскрыться перед ней, как например, мужчина. Вы не сможете раскрыться, например, перед ней, как ее молодой человек. Но у вас не получится это сделать. Именно из-за того, что вы будете чересчур замотивированы с ней быть. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому, если вы правда хотите ее вернуть, если она значит, правда вам дорога, то нужно сначала снизить вашу мотивацию. Иначе она просто вас, она вас просто не сможет увидеть мужчину. Не увидит вас, мужчину. И кому тогда ей возвращаться, сами понимаете, некому. Но, то есть это вот такая история. Я понимаю, что, может быть, вам это неприятно. Вот, я понимаю, что
вы, может быть, вы рассчитывали на немножко другой ответ, вот. Но тем не менее, тем не менее. Значит, ситуация здесь такая. Тем более, что прошло, ну, в общем, достаточно много времени, да, то есть не там месяц, да, все-таки уже больше года прошло. Вот. Поэтому идеально было бы, если бы мы провели подробный анализ того, что произошло. Вот. Вот мне думается так. Так я мог бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Буду рад, например, может, поработать с вами, допустим. Вот. И был бы рад, значит, помочь вам разобраться со своей проблемой. Вот. Потому что, ну, понятно, что вас это беспокоит, понятно, что вам тяжело, понятно, что вам не по себе от всего и так далее. Это все на самом деле понятно. Вопрос заключается в том, что вы будете делать со всем этим. Вот так. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, если сделаете лучше мой ответ. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. И помните, что все-таки девочка не является... А, как бы так сказать, ну, центром вселенной, да, девушка все-таки это лишь один из внешних факторов, с которыми сталкиваетесь, фактором ваших потребностей, ваших желаний. Всего вам самого доброго и удачи!